Продолжаем выпуск. В Приангарье водитель таскал по улице застреленную собаку. Инцидент произошел в Усть-Илимске. 37-летний местный житель убил из ружья бродячего пса. Вместе с приятелем привязал его к машине и скрылся с места происшествия. В пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области сообщили, что подозреваемый задержан. В его квартире при обыске было изъято ружье. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.